Здравствуйте, дорогие друзья, мы продолжаем с вами прохождение Stellaris Leviathan. И у нас вот-вот появятся линкоры. Сейчас мы их проверим в бою. Как раз у нас... Ну-ка, сейчас посмотрим. Так, здесь вроде все хватает, да? Research complete. Отлично. О, теперь я мегапушку хочу 107, да? Давайте урон от взрывчатого оружия сделаем. И на паузу пока линкор атака. Защита. Здесь мы атака у нас. Так. 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 Здесь у нас, значит, щиты. Сейчас четвертый откроем, сюда влепим. Линкор защита. Так. Так. Здесь, конечно, зенитки будут стоять, потому что это фигня все. Так, наверное, мы пока, да, бомберы. Здесь мы с вами щит, два щита. Так, я в предвкушении. Значит, сколько у нас? 60. По 5. Да, пока по 5 линкоров сделаем. Да, мы как раз лазим. Construction complete. Так, линкор защита. Construction complete. Вау. Какие? Construction complete. Линкор атака. Одно это вот.
Я думаю, у меня 5 планет вне сектора должно быть. Так, тундровый. Чё я пока заселять? Так, чё у нас с фракциями? Улучшается по чуть-чуть. Улучшается. Construction complete. Construction complete. Research complete. Так. Количество лидеров империи, стоимость на солдаты псионики. Так, физика. А, вон в чем дело. Понял. Сейчас, погодите. Вот я дурак. Так. Сразу как 41. Так, а у нас надо проверить, все ли застроено. Так, почему вот опять не застроено вот это? Research complete. Вот, да, и броню давайте. О, сборочная верфь. Ладно, давайте пока броню. Сборочная верфь. Так, все у нас. Нет, еще не достроился. Ой, энергии не хватает. Construction complete. Да, здесь энергией забьемся. Так, а здесь мы попросим его еще раз. Там как? Держи минерал. Чё-то не хочешь?
Construction complete. Construction complete. Так, давайте-ка. Что у нас там готов? Нет. И теперь вопрос, откуда я буду залетать? Блин, да почему я отсюда буду залетать? Как мне залететь отсюда? А вы что тут отлыниваете? Вы почему не строитесь? Что за безобразие? Да почему? Я же оттуда лечу. Блин, надо как тогда быстрее вот это уничтожить. О, бабочка с кем-то воюет. Кем? Какими-то дракам. А, вот с этими что? И тебе не стыдно на слабых нападать, а? Ты. Нести мы схватили себе. Construction complete. Ладно. Construction complete. Блин, может подождать 16 месяцев? Я что-то так не охот ждать. Так, как тут дела? Энергии не хватает. Incoming transmission. Я уточнять карты, иди в жопу, бля. Я знаю, что ты задумал, бля. Так, чё мы...
Гласить федерацию. Ну все, тогда ладно, сохраняюсь я. А, у меня еще один подлет. Тогда ладно, ждем. А, я еще и зафитить хотел. Я тогда еще успею построить. Construction complete. Еще один атакующий. Можно, в принципе, потом сразу тогда на крепость и напасть. Никому не досталось. Точно. Так и сделаем. Найти бы еще Левиафана и дракона. Ладно. Ну-ка сейчас посмотрим. Сохраняемся. Перефитим его на щиты. Один месяц остался. Construction complete. Research complete. Отлично. Я думаю, наверное. Сколько? 146. Так, темп изучения. Это мне уже и не надо. Физическая лаборатория 7. Плазмомет мне вообще нафиг. Сколько лет тебе? 72 года. Давай, ладно. Давай зафитим. Где у нас? Эти пятерки, все. Так, эсминец. Так, а ты почему исследованием этим руководишь?
Так, а сколько тебе лет? 11. О, надо мне ракетчик нанять. Надо нанять вот это. И начать качать. Качаем. Чаем. А, 45 лет. Вот, тогда вот это укачаем. Так, а теперь вернемся к нашему барану. Эсминец. Давайте поменьше пока скоро сделаем. Здесь, значит, все на пятый. Incoming transmission. Здесь побольше щитов. О. Кто там что хочет? Уточнение карт. Некуда. А ты с кем? Факт о ненападении зависит от Эри. Так, мне бы вот эту планетку сейчас взять, да? Я не хочу, я откажусь, пожалуй. Так, а чё, если мы с ним тоже... Дружимся. А как тебя? Блин, драться не. Так, дальше. Ходите, не отвлекайте. Чего не отвлекаете? Так, значит, здесь дальше крейсер. Здесь мы все делали крейсер. А, ну понятно. Ну ладно, пойдет. Дальше здесь опять. Так, здесь сюда так. Угу. Инкор. Чуть-чуть.
Так, хорошо. Ну и теперь давайте-ка апгрейд. Отмена. Ты, трение на границе. Ах ты говно собачье. Ладно, ладно. Давай быстрее обновляйся. Адмирал еще понравился, вообще замечательно. Дождался. Я вот думаю, кого бы сначала убить. О-о-о-о-о. Давай быстрее обновляйся, там уже летят. А, но он не взлетит. Это кто это такой? Кто это такой вообще? А, это... Уж нифига себе. Может его вольнуть? У меня всего лишь 8 тысяч. 6 линкоров. А у нас с вами... 5 линков. У нас крейсеров 20. Эсминцев 30. Корветов 60.